Итак, сейчас расскажу, как слепить змею под названием австралийская черная змея. Австралийская черная змея – вид ядовитых змей из семейства аспидовых. Общая длина достигает 1,1,5 метров. Коренастная сильная змея с большой гладкой чешуей. Может быть черного, темно-серого или медного серого цвета. Чешуя по бокам туловища больше и светлее чешуи на спине. Змеи, живущие в долинах, имеют большую светлую окраску, чем живущие высоко в горах. Любят болотистые участки, горы и долины. Активно днем питается лягушками и мелкими пересмыкающимися. Яйцеживородящая змея, самка рождает до 20 детенышей. Яд имеет нейротоксическое свойство, достаточно опасен для человека. Вид обитает на юго-востоке Австралии и севере Тасмании. Для этой змеи я использовал черный и красный пластилин. Вот такая очень простая и очень легкая фигурка австралийской черной змеи у меня готова.